Один-один можно двигаться? 1-1, двигайтесь на FUP. Двигайтесь на waypoint 1, да, по waypointам до Лебро. Что, Степан, двигаться, нет? Зеленые начали движение. Ну, кстати, слушайте, у меня Но мы условно где-то в районе. Гарань должен знаться там. Ну вот, да, где-то здесь. По сути, чекпоинт 3. Ой, waypoint 3. Если будет waypoint 3. Возьми, стоит. Зеленый waypoint 3. Красные, подъезжайте на позицию синих. Ну, где они стояли около камней. Окей, красный, смещаемся к камням на 1P2. Слезай. Это очень хорошо. Так, все внутри? Это на 1P2, это вот налево. По компасу смотрю. А, чуть левее так. Просто краску подъедем. Вот эти три, наверное, с миростовым укрытием для колес. Это синие, нам от деревьев на South-East тоже смотреть же, да? Контакт 087 М2 в базе. Тебе хорошо, что бы нам удалить? Спешлс. Нормально. Два подозревающих. Правее и в центре. Хорошо. Но я уже никого не вижу. Красные и зеленые. Огонь зеленый. Смокера накрыло. Упал. Это синие, огонь зеленый. Под огнем, под огнем. Машину отводить надо. Машина отъезжает назад. Так, синий, да, огонь зеленый. Стрельба на 1-4-0. Не понимаю. Руку осколком посекло сейчас. Вином, вы где? А мы прошли South-East, нормально смотрим. Я тут просто далеко очень. Дом доготов. Да, я думаю, это с деревьев на 1-4-0 отстреливали. Вот что-то оттуда было. Поэтому и не видно их отсюда. Так, 063, а пехота не актуальна. Так, еще раз, Локстат, где есть? Давай, я посмотрю, откуда слышу. Кажется, еще пехотинец был, нет? А, машинка, сместись на саус. Так, давай еще назад, еще назад, еще назад. Степас, ты как? Сейчас направо. Мне к тебе смещаться или оставаться? Дамбей, займите позицию у камней, машинка смещается на саус. Норты слупят где-то. Да. Не понимаю, компаунд, как будто из-за стены. Коробочка, поедьте еще вперед. Метров 30. Даю ответ. Отсюда будет зеленый, она мешает. Ты влево смести сейчас. Подкрепление. Скажу к себе. Какое подкрепление? Мы не заказывали. Находится на АБ. А
Вам вправо? Отправили, не спрашивали вас. Чуть точнее, ясно, восточнее. И машина сместилась, это БФ вправо на юг, где-то на метров 100. Степас, я тебя по не слышу. По машинке лупят, если что. Сейчас? Да, вот сейчас есть. У нас хоум, он где-то рядом бегает. А текущая позиция будет. На Саут-Ист у нас идет про... ну, по союзнику. Да, у нас где-то на Саут-Ист и противник. А бункер? По нам работает. Свои или противник? Бункер. Да, видел РПГ точно. Пиздец, парни, вы чё? Да я только в позицию взял. У нас по 3 направления и 2.5 бомжа. Давайте, как-то. Смотрим в 6 глаз, нас теперь трое. Все, да, смотрим на бункер втроем. А вы вдвоем нужно оформлялись? У вас машина красная, вторая половина? Да. Да, под прямым управлением. SL, это Рич. Я Митик, я прибыл, сейчас нахожусь с красными. Пехота близко. Понял, стой пока, оставайся пока на той позиции. Контакт 090 на крыше, пехотинец. Фиксирую. Готов. Не фиксирую. Контакт не актуален. Окей, синие, сейчас начну двигаться до... А, красный, это синий, подскажи, вы нас будете прикрывать, пока мы будем двигаться на норд? Это надо спрашивать у экипажа машины. А ты FTL, Степас? Да. Так ты зачем разделился? Синий, давайте двигайтесь. Мой план, это хоум. Хоум тебе не может... Повтори... Не... Коробка стоит, вас прикрывает, двигайтесь синий. Это превышение? Я понял. Это они между собой переговариваются. По крайней мере, мне очень хочется в это верить. Я вот... На Саусы свои ходят. По дороге на Норт-Ист двигаются свои. А, они что-то ответили? Я просто послушал. Мы, если что, ожидаем пока. Скажем так, я еще верю в горизонтальное командование в этом сообществе. Это еще двойка пошла. Ну как, они зашли. Заходят, пошли, точнее. Какой-то периметр даже еще не взяли. Кто по ним работает? С севера, блин, откуда это из... Не, ну куда-то на восток, на северо-восток. Разу? Да, он куда-то в улицу лупит. Стреляют. Нет? А, там как раз видно, да, тент с той стороны. Ой, видно лучше. О, это по нам. Ну что, готовы умереть? Убегаем, да. Чё? Да не надо. Хо, мы не можем держать позицию, нам нужно сдвигаться. Под огнем! Жу разрешение, тебя не прошло. На ИСТ двигаемся, я же сказал, на ИСТ. Не прошло ни разу, окей, сдвигаемся на ИСТ. Пока не садимся, пока так держим оборону на этом чекпоинте. Щелкает юго-запад далеко, 600 метров где-то. Ориентиры есть кнопки? Да, ориентира нету, я щелчки только слышу. Степас, это по тебе было. Да, по мне, я знаю, но у меня здесь укрытие хорошее. Ого. Ищи, через которую можно на него смотреть. Так, и вперед поедь, и выверни руль вправо. Да, 2 секунды летит, 600 метров. Всё, и теперь сзади поднимай. У нас тут Степас. Степас, давай, сзади. Аккуратно. Машинка перекроет от ответного огня. Аккуратно, закрыть. Я выкрыл. А, нет. Да, кажется, 1.8.0, 600 метров, 2 секунды летит пуля до звука. Такое ощущение, что наоборот, с севера стреляет. Мы можем немножко выехать на саус посмотреть. Блять, ну зуб даешь этой зеленкой. Степаш. Степас упал. Контакт 170 160. Огонь зеленый? Да, зеленый. Так дамбы, ты подави туда. Делай пару строй. Че сидишь?
красный, по-моему, еще стреляет или нет? Степас упал, Дамдай новый актуальный, по нам не стреляют. Какой последний приказ был? Да, он совсем. Какой? Принял, ну давайте, занимайте позицию, осматривайте саут-ист. Стоим. Лучший двигатель. Можешь выйти и занять позицию на саут-ист. Пом, у нас есть какие-нибудь актуальные задачи? Это синие зачистили обчек-чек, куда нам двигаться? Откуда противник может быть? Приняли, красный, саут-саут-ист, сектора распределены. Зачистили обчек-чек, куда нам двигаться дальше? На кампке Килдес. А синие... Рич. На связи желтый. Ты сейчас где? Я с синими нахожусь сейчас. Да. Мне где-то рядом быть? Да, можешь прыгнуть даже, кстати, в кузов. Тут сзади пулемет еще один есть. Понял. Вторая двойка красная. Не, 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 у вас по боеприпасам что? В нашей машине, в нашей машине. А мы не вылазили, у нас все зеленое. А не, боеприпас основного вроде. Одна коробка полная от 72, еще патрона 50 калибра, и две коробки в этого 762 полные. Принял, 1-2. Задний не стреляло, да? Не. Лупит куда-то на 1.5.0, ну, не могу сказать куда. Так, основное орудие на South-East просматривает через зеленку, а получается второе орудие, да, там только на South-East можешь взять. Я не могу на South-East, я могу ровно на юг, все дальше не поворачивать. Да-да-да, ну я сидел на этом орудии, понимаю. Слушай, у меня вообще позиция прям неудобная, вот я East вообще не вижу. Так тебе не надо, тебе South и South-West смотри. А, South-South-West? Да, дорогу, в основном дорогу просматривай, чтобы с нее не приехал ничего. Окей, понял, видел. Красный, наблюдаете контакты? Сел это красные, не на, никого не наблюдаем. Но также вас не наблюдаем. Нам сместиться на вашу позицию. Вы сместитесь в западно-южную часть второго компаунда. Сел это красный, повторите, какой компаунд? Второй компаунд. Ну, сзади вас дома, вот займите их. Занимаем, красные приняли, занимаем. Бросаем машину? Да, машинку надо спрятать и подготовить, чтобы быстро на ней съебаться отсюда. Вот по направлению юга. Чтобы она под огнем не была.
Так, красный, собираемся. Осматриваем позиции. Тут, скорее всего, все проверено, да? Не знаю. Так, тогда на вторая двойка заходите. Я вас буду прикрывать с пулемета, как получится. Я смотрю справа, давайте слева. Прохода нет. Давай назад. Южное здание. Оттуда обзор будет там на уже, позицию. Да там смотрели, нам же второй компаунд. Компаунд второй, он на север уходит. А, понял. Ну тогда да, двигайтесь в том направлении, я замыкаю. Чисто? Похоже. Ассалты красные, достигли второго компаунда. Зачищаем, осматриваем Southwest. Так, прикрывай из дверного проема на улицу, я сейчас на второй этап. Хорошо, защищайте второй компаунд. Дай против. Прошел? Прошел, да. Синий, прием. Слушаю, синий. Будьте аккуратнее. Принято, а у нас на Southeast вот здание, оно к чему относится? Это еще наш компаунд. Не понял. Да, давайте на него, потому что со второго этажа там, получается, зеленку будет хорошо видно. Давайте вы двигаетесь, а я прикрываю. Давай сразу на второй запрыгивай. Понял. Я вижу какую-то машину, но она стоит грузовая. Свои. Чисто там? Да, чисто. Хорошо. По наблюдению отсюда можно будет вести? А, херу. Что там в саду никого? Он еще два здания. Так, на востоке. На восток огонь желтый свои. Там же. На Northwest два здания. На синий защищайте третий компаунд. Принял. Веном патрон красный. Да, давайте туда. А, я остаюсь на этой позиции, вы идете. Здрасте. Добрый вечер. Че, мне возвращать командование или как? Ой, а, ну, переорбаться, потому что я не обученный вообще абсолютно. Да. Ну ладно, Степас, я это снова командир красных. Степас вернулся к управлению красными. Принято. Там дай, давай смещаемся. А чего вы отсюда сдвинулись? А, на Northwest дочищаем компаунд. Красные, можете своей сказать? Красный, что у нас по патронам? Куда должен с него убежать? А, вот у нас зеленый был, у меня получается две ленты полные. А, контакт 2-3-0, средний пехот в поле. Это желтый и синий нашли склад с боеприпасами в компаунде 4. Можно пополнить боезапас. Норт. Ясно, понятно. Синий контакт на 1-6-0, огонь зеленый. Кто-то упал? Должен упал. Красный у нас упал должен, мы находимся на юго-западе компаунда 1, у нас контакт на западе. Душица упала. Отработал. Хоум упал! Это миномет был? Оставайтесь в компаунде 4, снаружи опасно. У него пульса нет. Логично. Держите пока свои углы. Держу. Знаете что? Душица упала. Мы перебегаем к дамбе и уходим тем же входом, который вошли все втроем. Поняли, Марик? Понял. Давай, двигаемся. Двигай. Направо можешь. Дандейн, теперь разбегаемся. Возвращаемся в компаунд 4. Возвращаю, замыкаю. Красные идут в компаунд 4 с севера-запада, не пристрелить. Контакты на разрыве на 2-2-0, пехота в зеленый. Обойдем сзади, через дорогу. Красные, где вы идете в компаунд 4? Вопрос.
Мы снаружи компаунда центрального, у центрального здания. Прямо на западе от компаунда. Красные враги находятся на юг от компаунда 4. Зеленки. Это синие, душица упала, веном новый актуальный. Это Рич, хоум упал, новый актуальный, СЛ Рич. Красные приняли, нам сдвинуться в здание южнее компаунда 4 и вести огонь оттуда. Красная, где вы находитесь, не понимаю. Снаружи компаунда 4, у забора, буквально на западе от самого южного здания. Похер, давайте сдвигаемся, зайдем внутрь, не хочу стоять на открытой территории. Да, плюсую. Красные, двигайтесь на юг вдоль забора к двухэтажному зданию. Смотрите south, south-east, compound 27. Красные приняли, выполняем. Слышали человека, занимаем здание, в котором мы уже находимся. Я думаю, займем второй этаж, нужно будет выйти на улицу. На улице держу. Поднимаюсь на второй этаж. Нео, ты заходи первый. Не туда, назад, на второй этаж, лестница, позади меня. Я подумал. Я держу этот угол просто. Вы пока вдвоем заходите, я держу этот угол. Захожу. Так, чисто, ну тут еще куча дверей. Твой зашли. Вы его проверяли вообще-то? По-моему, нет. По идее, проверяли. Хорошая фраза, по идее. Занимайте любую удобную вам позицию. Смотрим... Компаунд 27, то бишь прямо юг. Принял. Еще позицию. У тебя тут есть где поставиться? Наверное, ни хрена нету, да? Нео, если что, не стой прямо на... Контакт 220. Огонь зеленый по всем контактам на юг, на юго-восток и на юго-запад. На юг работаю. Клал, вижу, отлично. Да, я живой. Живой, я просто контакт, это сказали, юг, юго-восток, юго-запад. Окей, лучше спустись с крыши. Ты меня в ДВ не слышишь, вопрос? Нет. Спускаюсь с крыши. Вот депо? Какая-то проблема. Я тебя слышу, отвечаю, ты меня не слышишь. Первое помещение, второй этаж. Давай тогда я... Мою позицию занять, смотри... Короче, запрашивай, что хочешь. Вот у этого компаунда уже был. Да, на 1.8.0 западная сторона компаунда была. Так, я дверь за нами закрываю, что у тебя видно. Ну вот, вижу, строчки хорошие. Ну, в принципе, для ближнего боя сойдет. Окей, я тогда стою между вами, смотрю юго-запад. Красный, вы еще где? Красный, мы в двухэтажном здании, южнее компаунда 4, смотрим юг и компаунд 27. Как, принял? А у противника миномет есть. Мы этого не почувствуем. Не успеем. Не прошел. Синий, двигайтесь на 090 до компаунда 27. Красный будет вас прикрывать. Слышали, сейчас свои слева появятся. Понял, враги слева, работа слева. Не надо. Ну это же РП. У меня были инциденты, не надо. Так, синий, пожалуйста, ускорить, потому что по нам застреливалась артиллерия. Синий, подходим к 27-му компаунду, начинаем его зачищать. Кайт бахнул, где непонятно, не вижу. Это граната уже была.
Да, для миномета мелковато. ГП? По-моему, они что-то не 27 очистил. А, не, все, вижу. Нет, там 27 большой, там еще руина не, слева должна быть. Слева подходит. А, ну вот это руинина, да. Я аж тряхануло, ребята. А сполочки в нашу сторону, натура. С севера давит. Базовая артиллерия отстает на 15 минут, как всегда. Мне кажется, это не наша артиллерия. Ну да, да, да. К этому и шутка и была, в принципе. А красные... И можете забрать с фарпа машину? В принципе, да. И тогда заберете и двигайтесь в компаунд 24 сразу. Приняли забрать машину, двигаться на 24 по дороге? Да, по дороге. Там наша машина или какая-то рандомная? Мы где машину нашу оставили? Или это на ней они сейчас уехали? На въезде, да. Ладно, давайте да. Все снимаемся дружно на меня, на выход на первый этаж. За воротами справа. Залезай. I am a passenger. Нормально, сдвигаем. Красные выдвинулись с базы по дороге на компаунд 24. Принято. Да не-не-не, направо-направо, по дороге. По дороге, по дороге, по дороге. Да, там стреляют. Ну, мы каликаты. Там ДМ левую сторону смотрим, вы справа. Желтый двигается к компаунду 25. Красный у компаунда 24. Синий открыл. Соответственно, контакт. Не вижу откуда. Да, 1-6-0, я кого-то видел, не понял. Тут не зачищали, если что. Тут не зачищали. Машинка контакта не взлетает, по-моему. Огонь зеленый. Да, под огнем с юга и еще south-east. Не могу понять откуда. Окей, сдвигайся назад. Будем штурмовать через справа. Что-то справа, кстати, на дороге. Принял, смещаюсь. Окей, нам дай сюда здесь. Давайте, короче, пройдите вдоль забора, я не вижу что-то. Так 2-1-0, пехота блин. Юга простирались. Да, держу юг. Если будете выходить обратно, скажите. Я тогда смотрю дорогу на Southwest, если что. Понял. А красный, синий. Вот вправо лучше не смотреть. А, синий, смотрим на South, компаунд 24, наблюдаем контакт. Теперь красные. Красные, компаунд 24, два самых северных здания чистим. Принято. Да, союзники прошли. Ну окей, смещаемся ко второй двойке. Погнали. Смещаюсь. А, желтые, сместитесь на север. Далеко уехали. Союзники слева. А, там свои уже. Тогда пойдем справа. Это... Нет, 24 это руинин. Желтые, вы слышали? Желтые двигаются. Здесь обзора на юг нет, да? Подожди, встань, встань на место. Да, еще. По-моему, нет. Ты в другую сторону, контрол. Можем на крышу, в принципе, вылезти, если есть кто рисковый. Ну, смысл там, зеленка, зеленка. Ну, мы так-то мы... С холмом от них. Пойду я вот. Окей. Просто посмотри, есть ли оттуда обзор. Ну, типа... Ладно, вторая... Так, желтый находится компаунд 24. Там Дэй тоже красный. Побудь здесь, я машину привезу. Понял. Синий, попробуйте, точнее, доберитесь до ТРП-1.
синяя вонь. Отмена по машине, она здесь все равно сейчас не поможет, двигаться нам не говорили. Желтые, смотрим south-west вдоль дороги в компаунд 6-5-7. Дозан, а ты прям... Мина, мины, входящие мины будут. Держу артобстрел. Давайте по зданиям. Нео, займи вот эту лестницу, маленькое окошко. Так, на саус где-то километр, миномет. Дамдей тоже зайдем. А, окей. Пока, да, держим так. Воздух, воздух, надо прятаться, да. А чё, чё, сказали, сейчас миномет на север будет, да? Да, будет. Но это вот он, уже почему не по нам. По нам, ну. Опаздывай, по устаревшей позиции, да. Это ждали, уже ближе 100 метров. Этот, посыльный. Пока добежал, пока свелись. Садитесь в машину, двигайтесь сразу же до пятого компаунда. Красный принял. Опять камикадзе? А, это красный, синий и желтый. Давай же до сведения поступила информация, что противник отступает с пятого, шестого, седьмого компаунда. Что, то есть мы можем спокойно туда заходить, да, но все равно надо быть наготове. Дам дай. Дам. Иди, иди. А вон он, рекоманд. А, это Степа. Ага. СЛ это желтый, да? Нам что делать? Хаучи, где находимся? Находимся вместе с красным. Подъедьте к ТРП-1. Поняли, двигаемся на ТРП-1. Так, налево я не понял, там ничего не делал. Вы направо, что там за дверью? Посмотрите внутрь двора. Так, да, вот держи дверь. С тобой. Красные достигли компаунда 5. Улица чисто. Хорошо, заходите внутрь сначала, проверьте правое здание, мы займем угол, будем смотреть двор. Давай, ну, сразу направо заходи. Давай. Здание чисто. Следующее правое здание, мы держим двор. Я лоу. Дандей на мне. За тобой. Часть. Смотри в сторону ворот, короче. Держу. Красный уйдет. Да, пошли, да, пошли, пошли. Красный, это, повторяю, мы компаунд 5, центральный компаунд. Наши я выпустил. Да, наши. Окей, залетайте, мы держим. Хоум принял? А, принял, да. А, красный, двигайтесь сейчас до 16-го компаунда и с него на АБФ Чарли, как поняли. Смотрю, Southwest. А, двигайтесь на машине. Красный принял, нам игнорирует всевозможный контакт. Так, если тебя не видно, отъедь сам. Ой, ё-моё, я в стене. Куда красные достигли ВФ Чарли. А, синий план поменялся, двигайтесь на дельту. Отсюда мы смотрим юго-восток, кроем синих по всей видимости. Принято, юго-восток. Машинка на соусе. Синий, двигайтесь через ось. Контакт 1-3-0, машина Хамви по дороге восточной. Это синий, повторение, тебя не слышно. Двигайтесь на 1-6-0, на блокпосте. Через ось наступления дельта. По восточной дорожке, она там дальняя едет. Красный возьми. Контакт на юге в компаунде 11. У нас огонь, от... нам огонь открывать или подождать? Нео, огонь зеленый. Машину тогда, наверное, сюда лучше слышали? Какое F2, я не вижу тут. Не прошла. Красный приняли. Спустите машину, короче, да, вот этому маленькому бункеру. 1-6-0. Огонь по готовности. Надо стрелка одна оружие снять на статике. Блять, а наши союзники, что ли, туда в полным ходом залетели или что? Не знаю, они уже залетели? Блин, да, они туда залетели, нормально. Я же сказал, что в компаунде 11, нет? Окей, работаем на видимости.
это старый пулемет, это другой пулемет. Блин. Я тебе говорю, Россия. У нас другой точку был этот. Не прошел. В тачке водила живой или нет, вы видите? Машина бронебойная справа, это свои, это противник. Зря тут возить. Где он? Где он? Да. Используйте капот машины как под... На пулемет. Вы кого-нибудь видим, есть по противнику? Я не уверен, мертв ли человек на башне. Да, такая же фигня. Хамви союзник там сует? Да, там под ним лежатся. Нет, машина еще едет с юга. Не фиксирую. Красные, да, наблюдаете? Нет, стоп. Не тюрбан на башке. Не союз, это синие у нас все упали. Сняли вроде, да? Хорошо, блядь. А синий есть возможность отступить, занять укрытие? Пехота на ИС. Красные здесь. Наблюдайте, оставьте синих. Да, вылазь, да, наблюдаем, кроем как можем. Не вижу, куда работаю, по кустам. Внимание, вражеский транспорт движется по дороге на север. Вы еще живы? Да, с кишлака ебашат гарпагашники. Я не вижу, из деревьев прилетел, не? Да, было такое. Не подходите слишком близко к оградам. 1-3-0, кажется, стреляет. Слушайте, с этого двигался к нам машина, камера. А, да, она... Это наш был или нет? Нет, не наш. Должен, это, если что-то первым отдаешь, Нео, займи позицию здесь, не подходи слишком близко к забору, постарайся. Там на крыше, ближайший дом, крыша, белый чувак. Там, да, если видишь, работай. Понял, у меня последняя лента по 200. Вижу, окей, так, камер, блин, будет. Красный, вы находитесь на Чарли, там бункеры, да, стоят? 1-2-0, противник. У нас здесь пара маленьких, надо бить к забору. Один маленький бункер. Это синие, душица одна осталась, куда двигаться? Просто синий посылай. Не вижу, по мне работают. Все целы. Бля, Нео живой? Да, Нео живой. Пиздец прям по тебе. Повторить последнее. Это синий, я одна осталась, куда двигаться? А есть возможность? Контакт. 1-1-0, средняя пехотинец. Попытаю. Я смещусь на правый фланг, посмотрю. Думаю, что это невозможно. Да, одиночный калаш на юге, метро 200. Ксения, оставайтесь пока на позиции. Сейчас мы дойдем до вас. Или это М-ка у них? Блять, на звук как М-ка. Не знаю. С деревьев не видно. Контакт на юговом. На солнце. У дороги маленькие бои. Это свои. Свои ГПшки? Свои. Какие свои там? Я вижу там. Там, блять, душица лежит. Вон бинтуется. А за схами. Это душится. Кройте нее дырку в заборе слева, и вон тот угол еще левее. Пехота на у заправки кто-то. Дандей, смотри больше дорогу, можешь. Попробуй обзор найти. Красные, что вы делаете сейчас? Прикрываем синих. Так, где на угол? Я здесь. Душица, ты где? Я около горящей машины. Там не наш мужик есть, а их, по-моему. А вас, слева, вашу слева, машину слева. Чем уничтожили? Так наш или не наш, я не знаю. Нет, не наш. А там водил один. Красный, попробуйте поехать до горящей машины и подобрать. У нас на ИС в поле свои. Душица, у тебя контакт близко на 2-1-0.
Красный, не можем выполнить, у нас тоже выбита машина. Огонь вели из компаунда 11. Контакт не актуален, душится. Красный, понял. Тогда не подпускайте к душице. Уходи к забору на саус. Не, подствольники он выдержит, это трота. Ну так, бля, 5-56 он тоже выдержит. Пушка катается, я смотрю на него так полгода. Да я ему в упор стрелял, нихера, не пробил. Заправка, пехота за двумя маленькими зданиями только что ушла. Двигается направо. Да, да. Ходит, ходит. Не Красный, наблюдайте еще контакт. В районе компаунда 12. Да, да, вижу его, не могу просто. Он сел? Ну да. Еще же вот. Не могу работать. Ушел от нас. Серьезно, Холм, блять, забрал. А, нет, он сам выбился. Машинка, остановись. Было попадание, увидели? Упал как бы, но непонятно, живой или... Блять, а то я строчку видел, блять, для меня далеко как с коллиматором. Контакт, компаунд 21, снайпер. Красный, двигайтесь на саус до бункеров больших. Что про бункера было? На 1.7.0, на 1.7.0, от предыдущего контакта справа. Красные приняли. А, или там свои уже? Под снайпером, так что перебегаем все одним скопом, но... За заправкой уже свои были или нет? За заправкой ранили, но будем считать, что не поразили. Давайте двигаемся вместе. Заправка. Смотрю ист. Смотрю саут ист, буду выцеливать снайпера. Это еще один. Красный, смотрите на ист и компаунд 12. Степас, повтори. Красный, приняли. Степас, что там? Там вражеский снайпер только что с башни спрыгнул. А, понял. Контакты на 1-3-0, контакты на холме спускаются вниз, под бункером. Красные, это желтые и синие, мы заходим в заправку. Вдоль стен заборов, видите нас? Упали. Фиксируем. РПГшник прям с города. Ну это тур, это не РПГ. А, хорошо. Оттуда издали. У красных контакты с компаундов 17. Это, блин, синий, куда-то двигаться, вопрос? Судя по удару, где-то сауза. Если бинокль есть, то можешь попробовать найти его. Блять, ну на камнях где-то, с холма, наверное. Ну из города можно, а крыши какой-нибудь. А, нихера, я даже вижу откуда. Ух, ебать их там, там. Не слышно с их загрем. Это я вам не с точки зрения командира, а с точки зрения бытоведа говорю. Все, кто редеплойнулись, возьмите один из. Блять, я вижу кого-то на втором этаже. Хорошо, давайте. АБФ Чарли, как бы. Так, 1-4-0 получается. Блять, я не уверен, что это такое. Ну я вижу, да, на балконе, да? Да. Давай пробуем накрыть. Подождите, подкрепление, под 6 секунд. Не, он съебался, по-моему. Кого достреляли? На 1-4-0 балкон. Возьмите еще пассажир. У меня, короче, для вас будет сейчас еще дохуя целей. Дозен, займите Снео бункер. Дамдей на меня. Да, вот где? Я с тобой, с тобой. Здесь. Снео Дозен, смотрите, пока саутист и заправка. Вот это пойдем, смотри. Вот этот угол. Так, чтобы на юг у тебя было укрытие. Ну, да. И, короче, видишь, вон тот компаунд, где стоит машина. Небольшой бункер. Вижу бункер. Там могут свои быть. И там здание двухэтажное. На втором этаже стоит пулемет. Фиксируешь? А, да, справа какая-то вроде человек. Подкрепление двигается на АБ. Нет, слева на
втором этаже здания. Принято. А, вижу, АБ, вижу. АБФ вправо или куда двигаться? Да-да-да, вот две цели, две цели. По готовности это скорректирую. Откуда РПГ по одному первому? Красная... Дистанция какая? Сейчас, секундочку. Повторите. А, вы все живы? Все живы, патроны красные. А, синий, у вас транспорт имеет свои припасы? Примерно 500-600. Блять, с упражнением с коллиматора не смогу взять. Да, да, да. А я тебя наводить буду. Давай. Нет. Низко. Точно. Повторюсь, чел в белом на стационарном пулемете на втором этаже здания рядом с дорогой. Да, красный. Да, вот это. Там заправки будут у вас, пока видите, огонь. Подкрепление прибыло на пустой уже. Ладно, пофиг. Тогда пока забей. Лично двигайтесь на. Попробуй перепаковать, ну там, блядь, 20 патронов максимум. По главной дороге до северо-западной части 11-го компаунда. Сейчас погодь, сейчас будет. Блять, 4 патрона. Да и было синим. Хоум. Что? Вопрос красным. Красные последние не приняли. Что там по патронам? На заправке будет боеприпасы. Нужно сейчас ее занять. 0, и это желтый боеприпас. 4 патрона основные. Красные приняли. Видимо, смещаемся отсюда к заправке. Давайте на меня. Еще раз, синие собираются двигаться по главной дороге на Саус. Должен на улицу. Свежим так, дышим воздухом, что? Да, на Саус. Доза на ФК сказал? Да. Огонь зеленый! По кому? А, это Степас, я отрабатывал по целям, получается, да, да, там да. На 1.5.0 были чисто, от той точки, куда ты меня наводил, получается, нет. Три соседних дома налево, там три противника было на крыше. А, нормас. Ну, я только зафиксировал там пулемет снизу, машину, пулемет. Миномет работает опять. Укрепление справа. Не, ну я поработал, вроде одного снял, дальше уже переключил. Да, красный, пока займите здание. У нас патрон еще нет. Я понял, сейчас к синий дойдут. Ну или смотрите, вот в мрафе должен быть припас. Контакт 175, далеко коробка. Пехот на дороге укрепления. Коробочка! На дорогу не уходите, зайди, спрячьтесь за укрытием бетонным или за мрафом. Красный, вполне тебе припас. Вторая двойка сюда. Ну я налутал с этим. А, окей, шикарно. Друг ему не хватает. Берите. 12 тут, тут трубы есть. За уши. Рич, как так? Не будем это нет. Косплеить, это антитеррор, ну, трубами нет. Отрабатывать задание. Ну ты хочешь еще к пулемету трубу взять? Не, ну это такое, есть, творческое если предложение если... просто. Ну, не, я не против на самом деле. Если дадут разрешение, я только рад позорвать всякую херню. Я пойду хоуму донесу, где противника мы видели, сейчас вернусь. Постарайтесь, да. Снайперы, все дела, будьте аккуратны. Там не наша... Что-то вылетает с мечети. Красный на меня, красный на меня. А, все в укрытие, красный и синий в укрытие. Красный на меня, давайте в здание. Желтый тоже в укрытие. Работает миномет! Блять, это град вообще. Тоже сам внутрь залетай. А миномет разве не может здание зарубить? Это реактивная хуйня, будем считать, что он у нас не попадет. Хоум, так что, мы после обстрела выдвигаемся тогда на ОПГ, идет? А рядом заправка еще шибанет. Принял, понял. После... Красный, после того, как артобстрел закончится, мы, короче, выходим на восток и... Так, это желтый, мы ушли на юг от понял. Компаунда 12 в дом. Вроде все. Принято. Нет, рановато. Не, пусков было больше. Да. Ой. Не стоим в открытом проходе. Стойте так, чтобы не видеть улицу. А, вот здесь вот есть что-то вообще? Где? Вот в этой херне или тут просто голый я не знаю, все что мы видели это то, что с 13-го в принципе очень далеко наводкой можно работать по этим
далеко в плане, оттуда далеко, типа, вот здесь вот противник был на крыше, второго этажа, три человека. Ну, ладно, прекрасно, выдвигайтесь на укогрей. Принял, понял. Красный, мы выдвигаемся на дороге на восток, в горы. Отсюда... В принципе, есть, кстати. Лонгер. Можешь где-то тут разложиться? Вон, на крыше, на 2-3-0, на 2-2-5. 2-2-5, смотрю. Вторая двойка заняли, да? Красные заняли около Грей. Ведем огонь по 17-18 компаунду. Красные, мы под вами на Southwest в камнях. Красные приняли. По крыше это не актуально, да? Только что был. Видимо, нет. Не, не актуально. Пулемет тот самый все еще актуален. Там же на углу. Ну, самое дальнее занято. Да. Вижу. Снят. Вторая двойка, смотрите больше саут, саут, вест. Держите левые ворота мечети. В ту сторону. Приняли, да? Будьте аккуратны, желтые под нами. Я сказал двигаться по восточной дороге до мечети. Ускор по Гэббл. 17-го компаунда, по-моему, уверен. Кому, точнее, это для кого? Блядь. Эти, блин, призрачные пушки. Так, двигайтесь, так, двигайтесь. Реактивную струю видел, но не понял откуда. По-моему, из этого крыши, нет? Здравствуйте, наблюдайте еще контакты. Да, тех, которых наблюдаем, работаем. Бункер. Там свои? Где? Связи. На бункере нет? Нет, в бункере нет своих. Да, мы находимся рядом с красным, чуть он ниже пикрей, смотрим компаунды. Убил. А, мы СЛ, это желтый, мы можем опуститься в компаунд 18 и занять его. Давайте под огнем. По нам. Очень аккуратно. У меня позиция. Спускайся оттуда. Аккуратно. Наши идут. Отсюда у нас красные, синие, аккуратнее. В 18-й компаунд будут сейчас заходить желтые. А, вон какие-то укрепления есть, по-моему, нет? Красных подавляет снайпер. По-моему, это желтый снайпер в мечети. Да, противоположная гора 165. Это укрепление там? У меня просто увеличения нету, я не понимаю. 165. Да, 165. Вон куда я смотрю. Он на этой вот башенке? Нет, там руины. Недолёт, Вена. Принял. Это синие, нам куда дальше? Смотри, контакт 2-3-0, машина. Далеко. Там же на 2-3-0 за мечетью пехота, группа перемещения в город идет. На дороге, на юге. Синий, смещайтесь на восток, ориентир, по 18 компаунда и потихоньку переходите по дороге 21. Ворота мечети наблюдаю. Там слева за зданием. А, за забором, да? О, под огнем, блядь! Нормально, живой. А красный... Да, живой, я тоже. Есть информация, откуда и кто по работает? Наблюдаем пехоту в районе компаунда 19 и на дороге. Не уверен, что это они. Контакт! Справа от дороги 180. Слегка задел, нормально. Компаунд 19. Окей. Блин. За этих челиков надо палить. Этот готов. Там... На первом этаже здания двухэтажного. Это синий, повтори, нам потом двигаться 18-й комп. Вижу. Мы можем его пробить, да, или ГПшнуть. Вторая двойка зафиксировали. А, из мечети прямо из протокола. Левый дальний угол мечети.
мечети. 19-й компаунд. Этот слег. Ответный по мечети даю. Это красные в здании в 19-м компаунде есть, противник не может грозить. Зданием отработали? Повторите. Здание, компаунд 19. Наблюдаем противника, но не можем поразить. По какой причине? Красное, в компаунде 19, он не убит. Синий, вы где? Нет, не пробивает, сил не хватает. Окей, это было несколько синий, попаданий, привет. Но я не знаю, это бывает. Синий, мы в 18-м компаунде смотрим на саус. У нас контакт. Там, где мы только что убили РПГшника, там... Красный прием. Красных вызывали. Не прошло. Красный, слушаю. Смещайте, спускайтесь до 18 компаунд. Красный принял. Окей, снимаемся. Душит упало, ведомо... Нам принял. Штурмовать этот мечеть? Так, у вас еще есть контакты с местным компаунд? Давайте через юго-восток. Не видим. Нам нужно прикрытие, если мы будем двигаться на юг к мечети. Зданию, короче, самому смещайте восточному 18-го компаунда. 18-го компаунда. Все вместе опять. До дороги. Тени двигаются на восток до 17-го. Замыкаем. Так, это желтый, мы перешли в компаунд 19. Принято. Своих на западе уже в компаунде даже видно. Синие достигли востока 17-го компаунда. Привет. Контакт, компаунд 22. Принято, синие, двигайтесь сейчас на юг до северо-восточного угла 21-го компаунда. Ну, где перекресток. Повторились. Двигайтесь сейчас до перекрестка. То есть до северо-восточного угла 21-го компаунда. Мы не можем, нас убьют, мы быть прикрытие будем, прием. Должен ты где? Дорога. Контакты, на восток, она чиста. И красные будут вас прикрывать. Подствол по мне, на север пол. Востока. Захожу. Да, ГПшка с юго-запада была, на север упала. Ну, а кстати, это самое тебе, окей. Ну, вот там. Ладно, где... давайте, если все готовы, то будешь раненым Донды. Нормально. Не, хорошо. Займем вот отсюда. Компаунд 19, свои, 19-й компаунд. Поняли, мы не стреляем. Вторая двойка, займите правый угол, смотрите дорогу. Вопрос, там уже мужик стоит. Тут противник. Да, мы его расстреляли, это он и едет там и компаунд. А он у меня стоит. У меня он тоже стоит. Да, у нас тоже. Дальше был. По дороге противник, давайте любой правый угол занимайте, вторая двойка. Ближайший или дальний наш. Окей, значит мы занимаем вот этот, Дамдей. Ты лоу. Займи улицу. Понял. Ну, смотри прям в конец улицы направо. Желтый живы. Занял. Смотри на правый угол мечети, вот за красным. Под обстрелом с юга. Это зеленка, я не вижу, он прям в зелени откуда-то отстрелил. Я над тобой край. Или я перепутал, скорее всего, может, с запада стреляли. Не, мне кажется, это за красным внедорожником там. Вот это здание, челики занимали. Контакты на крыше вроде бы были. Возможно, смотрю. Скорее всего, они реально на крыше за... Синий, вы сейчас штурмуете мечеть, смотрите на крышу. Синий... Ща, ты остаешься здесь один. Я пойду посмотрю на другой обзор. Красный, пройдите еще на юг. Я снимаю, ты красный на меня. Не прошло. Красный приняли, выполняем. На меня обходим слева через восток. Это желтый, зачем компаунд 22? Ага, желтый уже впереди.
Понял, ну последний сюда стреляй только. Что, еще раз? Блять, мы опасно пересекаем сейчас. А мы, блин, мы еще не пересекаем, я вот не понимаю откуда. Ну, скорее компанды, всего, крыша может быть, или второй этаж, там со второго этажа можно скрыть крышей. Давайте одним скопом до стены. На раз, два, три. Убил снайпера на крыше.